Ребятки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, у нас есть два турнира. Турнир с усилением, но мы по традициям его оставим, наверное, напоследок. И, как ни странно, здесь у нас обычные динозавры, да, и у нас есть шаровый набор, у нас как-то оно чередуется. Неделю идет какой-то мега крутой, крутой бой, а неделю идет шаровый набор. То есть у нас легендарный, в принципе, набор, да, с 6% шанс получить тут легендарного динозавра. Даже он 9% шанс есть тут. А, ну здесь одни легендарные, вообще шикарно. Да, и при том противники у нас вообще легкотня, ребята. Так что начнем с этого турнирчика, а потом перейдем к усилениям. Ну и, конечно же, в конце у нас будет сражение Индораптора. Хотя у нас будет несколько сражений Индораптора. Давайте, кстати, давайте сейчас качнем мы Индораптора на 30 левел. Еды у нас, надеюсь, хватит. Ну так, блин, так прикольно вот этой рукой, знаете, из фильма просто взяли, вот как он двери открывал, правда, вверх ногами висел тогда, но неплохо. Какой красивый, красивый. Уйди, противный. Так, ну, возвращаемся теперь к нашему сражению. Так, получает награду. Ну так, не, в принципе, мы можем брать и здесь индорапторов. Давайте начнем, наверное. Возьмем здесь, по крайней мере. Самый сильный у нас будет на потом. А здесь, вообще-то, вот должен один справиться. Попытаемся. Попытаем судьбу. Один индораптор. Так, Зухамим. Зухамим. Ну, этот Зухамим, вот мордой больше похож на Барионикса из Jurassic World Evolution. А тамошний Зухамин вообще уникальный. Он похож под на Jurassic World Alive. Но, да, вот я привык вот к этому исполнению Зухамима, что у него все-таки более плоская пасть, как у спинозавра, как у крокодила. А там вообще он, конечно, уникальный, как какой-то гавиал. Но мы здесь можем просто взять, все время тыкать на кнопку атака. И это принесет нам победу, я думаю. Ну хотя, сколько нужно накопить баллов? А, 5 баллов хватит, подождите, стоять, а то я разогнался. Я так потерял двух индорапторов своих, ну, в прошлых боях. 6,4, 24. Ну вот, типа вот так вот. Да, ну ладно. Это уже третьего индораптора я вот так вот потерял. Чё-то думаю, что он мега непробиваемый. Такой у него дико сильный удар, но жизни у него все-таки не так уж много. Это вам не апатозавр хотя бы. Ладно. С этим разобрались. Идем дальше. Так. Кого бы взять? Кого бы взять? Давайте три птерозавра пойдут у нас. Вообще не помню, когда я сражался тремя птерозаврами. Так, два... Три удара мы выдержим. Таких тем более. Таких 4. Тапиелозавр у нас будет танковать. Но если что, я сейчас подменюсь на метриях вадончика. Ну, пробьет. 6. Молодец. Все по плану. Ну, 3 надо ставить в защиту, чтобы Метриофодон выжил. Ну, он легко разберется и с Диморфодоном, и с... в общем, Диморфодон это его, можно сказать, папочка. С одного удара, блин, не хватает каких-то там 19 очков. Ой, каких 19? 9.
Вот как раз идеально. И у нас там Дарвиноптер. Прощай. Дарвиноптер тоже довольно больно бьет. 1077. Так, а, у нас он... О, у нас это древнее существо, да? У него есть зубы и длинный хвост, как у Рамфаринха. И там еще на нижнем клюве есть такие какие-то загнутые вверх торчащий клюв, именно не зубы. Явно, наверное, ловил рыбку на ходу. Так, глиссировал над поверхностью воды. Так, давайте возьмем вот так вот. У него там есть индомин. Давайте два церазинозавра возьмем. А то у меня они в аккаунте вот только появились. Надо ими посражаться. Ничего себе, 2400. Так, индоминус. А, 6 костырей церазинозавра, как пробивать, я не знаю. Но он реально здоровенный, он массивный. Он массивнее и тиранозавра, и индоминуса. Смотрите, какое пузо большое. Он реально толще. О-о-о-о. Я только что увидел кадр, который будет на заставке этого видоса. Да, зачем я брал индоминуса? Не знаю. И второго церазинозавра. Вот так вот. Легкая победа, легкий шаровый набор. Его каждый может в своем аккаунте выполнить. И неплохая награда. Легендарный динозавр и 1200 генов. Это всегда приятно. Так, и давайте немедля отправляемся в наш следующий турнир. У нас еще есть индорапторы. Так, ну что, индораптор. Один, справишься? Тебе в помощники отправлю Метриофодона. Нет, не отправлю тебе Метриофодона. Кого бы тебе отправить? Вот так вот отправлю. Нужно еще усиленечко какое-то взять. Все-таки у меня какие-то усиления все ядреные. Не нужны нам они сейчас. Обязательно три животных. Да, ладно. Давайте метрика возьмем. Где там мой индораптор? Все, нормально. А, наконец-то нас пускают. Так. Ничего не делаем. Ну, тут легко. Сейчас нужно уже переключиться будет на нашего индораптора. То есть антарктопельту я не буду убивать пиродактилем. Thank you.
Так, ну нас микропозавр ну точно не пробьет. Не будет так, как было прошлых три раза. Он мне Голума напоминает. Ха, ребята, кому напоминает Индоратор Голума? Ставим лайк. Так, ну это легкотня. Так, сколько пальцев у Индораптор? 4, да? На передних лапах. 4, так. Любое животное X2. Вот оно чё. Допустим, взять Раджастегу. И та Никола Греуса. А, блин, 3 надо, чтобы было. Давайте возьмем Иоламбию. И помчили. Помчались. Блин, с таким ударом Иоламбия вообще красавчик. Красавчик. И ноги какие массивные, ребята. Кто не смотрел, у нас было видео по прокачке Иоламбии с познавательной частью. Так что обязательно найдите на канале и посмотрите. Ноги как у стометровщика. Да. Подарочный турнир, очень легкий. Так, ну и что? Одна антарктопелта. Ёшкин ты кот. Я-то думал, сейчас будет что-то сложное. Нет смысла сюда брать индораптора вообще никакого. Одного раптора возьмем. Велоцираптор, у велоцираптора удар обычного 300 с бонусом 450. 450. Он на 8 сможет пробить. Давайте возьмем спина раптора. И сейчас я найду обычного велоцираптора. Ну вот он где-то вот уже недалеко. Так, не то. Не то. А у меня есть 40-й велоцираптор. Подождите, он может у меня ушел куда-то? Вот он. Триста шесть. По-моему, разве не было не ровно 300? Зато сейчас мне позволило выбрать 2 из 3, а не... Да. Ну ладно. Попробуем пробить антарктопелту раптором. Так, не, ну так не больно. Ты как-то уж соберись, антарктопелта. И ударность мощно так. Так, ну мне кажется, сейчас мы зайдем в тот момент, когда я буду сидеть в защите, и она будет сидеть в защите. Хотя нет, 6 баллов. Ну давай, 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 решайся. Ну, на 4. Ладно, давайте не будем затягивать. Ударим как сможем.
У нее 2 балла. Вот, я уже ее почти пробил. Вот, пробил и 2 балла сверху. Идеально. 5 ударов хватает. Вот и все. Что хотели, то и сделали, да. У нас раптор, получается, бегает всего лишь на 2 пальцах. 3-й торчит вверх, а 4-й вообще там нерабочий. Набор Океания, ребята. 100 баксов, микропозавр. Так, насколько их будет? 3 или 5? Еще микропозаврик. А это все-таки гены легендарные, стоят денег. Я их, конечно, продаю и зарабатываю на этом гены, ребята. Да, 5 штук. Ну вот, один бой, 5 минут работы, легкотня, и заработали несколько легендарных, несколько тысяч генов, еще и баксов. Вот так вот, ребятки. Вот, последний. Вот такие вот дела, ребятки. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.